И возвращаясь к теме принятого постановления президента, касающегося МАКОМа. Данный документ направлен на дальнейшее развитие уникального музыкального искусства нашего народа, его популяризации во всем мире, приобщение подрастающего поколения страны к традициям, которые дошли до нас сквозь столетия. Макомное искусство – феномен духовной культуры и истинная основа узбекской традиционной музыки. Емкое и многогранное творчество, говорят эксперты, настоящий синтез поэзии и музыки, слова и мелодии. О том, насколько глубока история макома, насколько важна роль и направление сегодня, лучше всего сказано в подписанном постановлении главы государства. Данное постановление – это воистину исторический документ. Понимаете, в сущности – мы теперь только называем вещи своими именами. Весь мир уже давно знает, что такое маком. Когда говорят «узбеки», «узбекский маком», немножко у всех подпирает дыхание. Вершиной всего музыкального направления является шаш-маком. Цикл из шести макомов, признанный ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. А документ закрепил конкретные задачи по сохранению и развитию сокровища, которым владеем. Сегодня вот это постановление, оно возлагает, это и гордость, но и вместе с тем и высокая ответственность. Подрастает другое поколение великих певцов, великих музыкантов. Их надо уже воспитывать. Это новые крылья макома. Мы должны вот на этих крыльях порхать еще выше, еще показать всему миру, что есть узбекская культура, узбекское искусство и его сердцевина, его корона – макома.